Сюрприз! О боже, мне 40. Не уходи от меня, хоть я и старая. Мы будем вместе до самой смерти. А умрем мы в один день? Да. Выпьем за любовь. Иди-ка сюда, сынок мой любимый. У меня много домашки. Бог с ней. Это Эстер. Да. Пока. Что говорят? У меня рак. Ты умрешь? Нет, дорогая. Мама просто немного приболела. Все в порядке. Со мной все будет хорошо. Мы не будем торопиться со свадьбой. Как будто ты думаешь, что умрешь, и ты пытаешься все успеть. Люди так и делают, когда собираются умирать. Я не умру. Дорогая Эстер, жить с тобой — это как... Конничива! Тысяча и одна ночь. Каждый день как сказка. Все так. Мам? Мама? Мама! Мама! Не знаю, смогу ли я выдержать еще один курс химии. Если бы ты только знал, как это ужасно. А что насчет нас? Ты думаешь, это касается только тебя? Я буду здесь. Мы можем все. Я и ты. Я здесь. Правило первое. Мы не говорим про рак. Ты готов? Нет. Если я начну плакать прямо сейчас, значит, я уже сдалась. А я не сдалась. Борьба еще даже не началась. Тебе 40. Жизнь слишком коротка. По крайней мере, моя. Я не хочу умирать, зная, что ты все еще занимаешься этим. Я не хочу стареть и сожалеть о том, что я никогда не жила. Вы готовы к волшебному вечеру?